В Атырау открылась авторская домбровая школа Киши Сабиры Бибаттер. В нее детей принимают 6 лет. В школе искусств подростки за один месяц полностью осваивают 2 кюя и 4 песни. Мы сегодня открыли нашу школу Сабира Домбра Скул в городе Атырау. У Сабиры несколько филиалов по Алматинской области. Это наша самая первая школа. И цель нашей школы – это не просто привить любовь к музыке, а именно к нашему национальному инструменту, поднять вибрации детей, чтобы они развивались не только образовательно, но и энергетически, чтобы были талантливы. Ждем наших атырауских детей в нашей школе. С радостью, с любовью будем их ждать.